Итак, здравствуйте, уважаемые соратники. Начинаем наше первое занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Курс будет посвящен коррекции зрения по методу Шичко-Бейтса. Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. От каких? Ну, в первую очередь, от лени. Кто раздражается — от раздражительности. Кто курит — от табака. Кто, не дай бог, пьет — от алкоголя. Вообще этот метод универсальный и позволяет человеку не только самому восстановить и здоровье, и зрение, но и избавиться от очень многой глупости в голове, которая ему мешает жить. Фамилия моя Жданов, зовут Владимир Георгиевич. Я профессор Сибирского гуманитарно-экологического института, президент Международной ассоциации психоаналитиков. Наша ассоциация входит в широкое движение. Движение за духовное физическое возрождение. Движение за трезвый и здоровый образ жизни. И в рамках нашей ассоциации мы по всей стране развернули сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами восстановить свое духовное, душевное здоровье, а вследствие этого восстановить и здоровье физическое, в том числе восстановить зрение. Оказывается, любой человек, который носит очки, может снять очки и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков так же, как в очках, и даже лучше. Это возможно, это доступно каждому, об этом сегодня и пойдет у нас с вами речь. Я вас назвал таким старым добрым русским словом «соратники», потому что уверен, что со многими мы действительно станем соратниками в той нелегкой и трудной борьбе. В борьбе за восстановление своего здоровья, зрения, в борьбе за восстановление здоровья, зрения наших детей, ну а по большому счету в борьбе за оздоровление нашей, несомненно, больной страны. Сегодня я вам расскажу, как устроен человеческий глаз, почему у людей портится зрение, почему очень вредно носить очки, чем вообще в перспективе грозит обернуться плохое зрение, почему опасно иметь плохое зрение. И самое главное, я покажу очень простой и доступный комплекс упражнений для глаз, который в принципе позволяет любому человеку, который носит очки, снять очки, восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках, и даже лучше. Но для начала совсем немножко теории, иначе непонятно, как такое в принципе может быть и почему мы об этом ничего не знаем. Примерно 160 лет назад немецкий физик-физиолог Герман Гельмгольц высказал предположение о работе человеческого глаза. Что же предположил Гельмгольц? Он предположил, что глаз у человека имеет форму шара, в передней части находится хрусталик, двояко выпуклая линзочка, а вокруг хрусталика находится так называемая круговая цилиарная мышца. Так как же глаз видит по Гельмгольцу? Когда цилиарная мышца расслаблена, хрусталик плоский, фокус хрусталика находится на сетчатке, и такой расслабленный глаз с плоским хрусталиком прекрасно видит вдаль. Потому что четкое изображение далеких предметов по законам школьной геометрической оптики строится в районе фокуса оптической системы, в данном случае на сетчатке глаза. Но вот человеку надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. И Гельмгольц предположил, что для того, чтобы увидеть вблизи, человек напрягает цилиарную мышцу, она со всех сторон сжимает хрусталик, хрусталик делается более выпуклым, меняет свою кривизну, фокусное расстояние выпуклого хрусталика уменьшается, фокус уходит внутрь глаза, и такой глаз с выпуклым хрусталиком прекрасно видит вблизи, потому что четкое изображение близких предметов по законам той же школьной геометрической оптики строится как раз за фокусом оптической системы, в данном случае опять на сетчатке глаза. И так надо человеку увидеть даль, он моргает, расслабляет цилиарную мышцу, хрусталик плоский, он видит даль. Надо увидеть вблизи, напрягает цилиарную мышцу, хрусталик выпуклый, и он видит вблизи. Что такое близорукость по Гельмгольцу? У некоторых людей Гельмгольц сам так и не понял почему, но он считал, напрягается цилиарная мышца, хрусталик делается выпуклым, а назад эта мышца не расслабляется. Такие люди с выпуклым хрусталиком называются
близорукими. Они вблизи видят хорошо, а вдаль они не видят, потому что четкое изображение далеких предметов строится в районе фокуса оптической системы, в данном случае внутри глаза. А на сетчатке будет какое-то неясное, размазанное, размытое пятно. И тогда Гельмгольц предложил компенсировать близорукость с помощью двояко вогнутой, отрицательной, минусовой очковой линзы. А фокусное расстояние системы, вогнутая линза плюс выпуклый хрусталик, увеличивается. С помощью очков фокус возвращается на сетчатку глаза, и близорукие люди в минусовых очках прекрасно видят даль. И вот с тех пор, 160 лет, все глазные врачи мира близоруким людям подбирают минусовые очки и рекомендуют их для постоянной носки. У кого из вас близорукость? Поднимите руки, пожалуйста. Вот ваша, как говорится, беда и ваша проблема. Что такое дальнозоркость по Гельмгольцу? У многих людей, считал Гельмгольц, с возрастом ослабевает работа цилиарной мышцы. В результате хрусталик плоский, фокус хрусталика находится на сетчатке, и классически дальнозоркие люди прекрасно видят даль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо сжать хрусталик, сделать его выпуклым. А он пытается сжать, а силы мышцы не хватает. И человек смотрит в книгу, а четкое изображение шрифта строится за фокусом оптической системы, где-то ближе к затылку. А на сетчатке будет какое-то неясное, размазанное, размытое пятно. И тогда Гельмгольц предложил компенсировать дальнозоркость с помощью двояко выпуклой плюсовой очковой линзы. А фокусное расстояние системы, выпуклая линза плюс плоский хрусталик, уменьшается. С помощью очков фокус заводится внутрь глаза. И дальнозоркие люди в плюсовых очках прекрасно видят вблизи. И вот с тех пор, 160 лет, все глазные врачи мира дальнозорким людям подбирают плюсовые очки и рекомендуют их для чтения и для работы вблизи. У кого из вас дальнозоркость? Поднимите руки, пожалуйста. У меня тоже была дальнозоркость. Ну, казалось бы, все, западня, от очков никуда не денешься. Но на наше с вами счастье жил на свете замечательный американский ученый, профессор-офтальмолог Уильям Бейтс. Бейтс был очень честным человеком. После окончания мединститута он 5 лет проработал глазным врачом и пришел в ужас и отчаяние от результатов своей работы. Все до единого пациенты, которым Бейтс прописал очки, у всех до единого зрение от очков ухудшилось. Ни одному пациенту очки зрения не вернули. И он задался вопросом, ну как же так, он же глазной врач. Он же людям глаза должен лечить, а он им очки прописывает. А у них от очков зрения все хуже и хуже. И спустя 2-3-4 года они приходят, требуют новые, более толстые, более сильные очки. И второе, на что обратил внимание Бейтс, это то, что некоторые его пациенты летом уезжали в деревню, в горы, и там случайно теряли или разбивали очки. А он жил еще в 19 веке, очки стоили довольно дорого. И люди с плохим зрением вынуждены были месяц-два обходиться без очков. Когда они возвращались с этого отдыха, приходили к нему за очками, он у них по проверочной таблице проверял зрение и с удивлением отмечал, что у многих из-за того, что они ходили без очков, зрение глаз начинало улучшаться. Бейтс 30 лет изучал работу человеческого глаза. Он разработал и изготовил уникальный по тому времени прибор, который назвал ретиноскоп. С помощью ретиноскопа с расстояния до 2 метров он мог определять параметры глаза. И он смотрел, как меняется зрение у близоруких людей, у дальнозорких, у детей во время игры, у спортсменов. И вот 30 лет изучая работу человеческого глаза, Бейтс пришел к выводу, что теория зрения Германа Гельмгольца не верна вообще. И изображение в человеческом глазу строится не так, как это предположил Гельмгольц, за счет работы цилиарной мышцы и изменения кривизны хрусталика. А изображение в человеческом глазу строится точно так же, как оно строится в простейшем обыкновенном фотоаппарате, за счет изменения длины самого глаза. И здесь основную работу в процессе аккомодации, то есть наведения глаза на резкость, играют 6 глазодвигательных мышц. У каждого человека в каждом глазу находится по 6 глазодвигательных мышц.
Это верхняя продольная, которая глаз поднимает вверх. Это нижняя продольная, которая глаз опускает вниз. Внутренняя боковая продольная, которая глаз сводит к носу. Наружная боковая продольная, которая глаз уводит в сторону. И две очень важные, так называемые поперечные мышцы глаза. Верхняя поперечная, которая глаз вот так вот полукругом облегает сверху. И нижняя поперечная, которая глаз полукругом облегает снизу. Так как же человек видит на самом деле? Когда все шесть глазодвигательных мышц полностью расслаблены, глаз действительно за счет избыточного внутреннего давления принимает форму шара, фокус хрусталика оказывается на сетчатке, и такой расслабленный глаз прекрасно видит даль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. И оказывается, для того, чтобы увидеть вблизи, человек делает следующее. Он еще больше расслабляет продольные мышцы и напрягает верхнюю и нижнюю поперечные. Сверху и снизу сжимает свой глаз. А глаз-то у нас жидкий. За счет этого сжатия он подается, вытягивается огурчиком вперед, как объектив у фотоаппаратика выдвигается. Фокус уходит внутрь глаза, и такой вытянутый вперед глаз прекрасно видит вблизи. Надо человеку опять увидеть вдаль, он моргает, расслабляет поперечные мышцы, продольными глаз подтягивает, глаз снова приобретает форму шара, и он снова прекрасно видит вдаль. Что такое близорукость по Бейтсу? У некоторых людей и Бейтс нашел причину. Как правило, это физические, психические, зрительные напряжения, перенапряжения, некоторые травмы. У некоторых людей напрягаются поперечные мышцы, сжимают глаз, глаз вытягивается вперед, а назад эти мышцы не расслабляются. Такие люди с вытянутыми вперед глазами называются близорукими. Но типичный пример появления близорукости у детей. Ребенок 5 уроков отсидел в школе. Он сидел, смотрел в книгу, в тетрадь. У него были напряжены поперечные мышцы, вытянуты вперед глазки. Вернулся со школы домой и опять за уроки. Опять напряжены мышцы, опять вытянуты вперед глазки. А в это время сзади еще папаша с ремнем ходит и воспитывает. Ну-ка, ну-ка, учи, сейчас проверять будем. И у ребенка от этого длительного зрительного напряжения, от этого стресса, страха, мышцы поперечные зажимаются и назад не расслабляются. И родители вдруг замечают, что ребенок вблизи-то видит хорошо, а вдаль-то он не видит. Он начинает щуриться, жмуриться, чего-то не узнавать. Они ведут этого несчастного ребенка к глазному врачу. Тот ему с 5 метров показывает проверочную таблицу, а он только верхние буквы ШБ и видит. Все ясно, у вашего ребенка близорукость. И ребенку вешают на нос первые в жизни минусовые очки. Но как только близорукому человеку повесят на нос минусовые очки, будьте уверены, вот эти поперечные мышцы сами собой уже никогда не расслабятся. Им очки не дадут расслабиться. Потому что если они вдруг начнут расслабляться, он в очках видеть будет хуже. Более того, при каких-то новых зрительных нагрузках, переживаниях, стрессах, эти мышцы могут зажиматься все сильнее, 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 глаз вытягиваться вперед все сильнее, сильнее, и начинается чехарда с очками. -1, -2, -3, -5, -8. У меня в Сыктывкаре на первом ряду сидела женщина из общества слепых. -24. Вот такие трехслойные толстенные очки. Начинала она с -1. Каждый год ей набрасывали и набрасывали вот эти самые диоптрии. Так что же предлагает Бейтс для близоруких? Он предлагает простую и понятную схему естественного восстановления зрения при близорукости. А именно, максимально возможно отказаться от очков, либо временно хотя бы заменить их на более слабые. И с помощью простых специальных упражнений, я вам сегодня некоторые покажу, вот эти напряженные поперечные мышцы надо расслабить. А с помощью других таких же простых упражнений, тоже вам сегодня некоторые покажу, вот эти ослабленные продольные мышцы надо взять и натренировать, которые у всех близоруких людей очень сильно ослаблены. Вообще очки наносят двойной колоссальный вред нашему зрению. Первый вред, который наносят очки, они не дают работать поперечным мышцам глаз. Они работают вместо них.
Близорукому человеку надо расслабить поперечные мышцы, чтобы увидеть даль. А ему очки минус 2 надели. О, и он все прекрасно видит. Не надо даже пытаться расслаблять эти мышцы. Но второй вред, который наносят очки, не меньший, а намного больший. Очки у человека обездвиживают глаза. Человек, который очки не носит, постоянно двигает глазами. Вверх, вниз, вправо, влево. У него постоянно работают продольные мышцы, которые глаз туда-сюда поворачивают. Эти мышцы хорошо развиты, в работоспособном состоянии, в прекрасном тонусе. Как только человек надевает на глаза очки, он начинает крутить не глазами, а шеей. А что, кто, где, чего. И у него глаза в глазницах неподвижны. А раз глаза в глазницах неподвижны, то продольные мышцы у него не работают. А у человека те группы мышц, которые не работают, они очень быстро детренируются, начинают деградировать и могут даже атрофировать совсем. Вот у меня полтора года назад в Москве случайно в группе попало два человека, которые вообще не могли двигать глазами. Я говорю, ну поднимите глаза вверх, поднимите, и голову поднимают. Одному 68, второму 71 год. С детского сада носили очки, доносились до того, что глаза вообще потеряли всякую подвижность. Таким образом, еще раз повторю, что же предлагает Бейтс для близоруких? Простую и понятную схему естественного восстановления зрения при близорукости. Максимально возможно отказаться от очков, либо временно хотя бы заменить на более слабые. И с помощью простых упражнений напряженные поперечные мышцы надо расслабить. С помощью других упражнений ослабленные продольные мышцы надо натренировать. И зрение у близорукого человека восстановится. Что такое дальнозоркость по Бейтсу? У многих людей с возрастом, ввиду отсутствия тренировки, ослабевает работа поперечных мышц глаз. Я, кстати, прожил 44 года на свете, ни разу нигде не слышал о том, что надо ухаживать за своими глазами. Давать им отдых, расслабление, тренировку. Ни разу нигде, даже намека на это мне никто не давал. Так вот, у многих людей к 40-45 годам, ввиду отсутствия тренировки, начинают ослабевать поперечные мышцы глаз. А годам к 45-50 начинают довольно сильно зашлаковываться, напрягаться продольные мышцы. В результате глаз еще имеет форму шара, фокус хрусталика находится на сетчатке, и классически дальнозоркие люди прекрасно видят даль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо сжать глаз, вытянуть его вперед. А вот эти мышцы напряжены, глаз держат, вперед не пускают. А у поперечных мышц силы не хватает глаз продавить, чтобы он вытянулся вперед. Но если дальнозоркому человеку повесить на нос плюсовые очки, то будьте уверены, вот эти поперечные мышцы у него вскоре перестанут работать совсем. Потому что дальнозоркому человеку в плюсовых очках поперечные мышцы глаз не нужны в принципе. Вместо них ровно на 100% работает стекляшка. Я вам расскажу свою печальную историю, как я в течение одного года носил очки. После 40 лет у меня начались трудности со зрением. Я днем прекрасно читал, писал, а вечером при искусственном освещении глаза начали быстро уставать. Глаза уставать, буквы мельтешить, расплываться, сбегаться, разбегаться. Но я 4 года про очки даже и не думал. Я просто вечерами перестал работать. Я телевизор смотрел, ну чем угодно занимался, но не читал и не писал. И тут жена принесла с работы очки, плюс полтора. Нацепила, сидит, рукодельничает. Я говорю, дай-ка я твои очки посмотрю. На. Я посмотрел в ее очки, я аж завизжал от восторга. Так я же в них все вижу. Вон же они, буковки, родненькие. Я тут же у жены прихватизировал эти очки и целую неделю носил их на носу, не снимая. У меня душа пела и плясала. Я могу опять ночи напролет читать, писать, заниматься любимым делом. Но спустя неделю я пошел в кассу покупать билет. А там расписание поездов мелкими буквами под стеклом напечатано. Я всегда ходил днем, и я всегда это расписание видел. А я же не знал, что я уже инвалид, что я уже днем без очков вблизи не вижу. Я еще об этом даже не подозревал. Подхожу я к этому расписанию, как я не щурился, как я не жмурился. И подходил, и отходил.
а расписание увидеть так и не смог. Неделю не снимая, проносив очки плюс полтора, я настолько посадил себе поперечные мышцы, что я уже днем без очков вблизи ничего не видел. Я относил эти очки плюс полтора ровно год, а в декабре 1994 года мы организовали в городе Череповце всесоюзную конференцию, которую так и назвали «Восстановление зрения по методу Шичко-Бейца». В приглашении на конференцию было написано: «Если у вас у самих плохое зрение, носите очки, обязательно сходите к врачам, проверьте зрение». Ну, чтобы объективность была. Я пошел к своим офтальмологам, нацепили они мне этот прибор, дергали-дергали стекла. «О, парень, да у тебя уж старческая дальнозоркость. Плюс два, вот на тебе рецептик, иди покупай». Но я, конечно, очки плюс два покупать не стал. Приехал в Череповец. 5 дней занимался, без очков вблизи ничего не видел. А на 6-й день занятий, после специальных очень мощных упражнений, восстанавливающих работоспособность поперечных мышц, они у меня снова сжали глазки, глазки вытянулись вперед, и я своими глазами без очков увидел мелкий шрифт. И вот с тех пор я очки больше уже никогда не надевал и не надену вовсе. Так что же предлагает Бейц для дальнозорких? Он предлагает простую и понятную схему естественного восстановления зрения при дальнозоркости. А именно, максимально возможно отказаться от очков, либо временно хотя бы заменить их на более слабые. И с помощью простых специальных упражнений, сегодня покажу, вот эти напряженные продольные мышцы надо расслабить, а с помощью других таких же простых упражнений, вот эти ослабленные поперечные мышцы надо взять и натренировать. И глаз снова начнет работать, как хорошо смазанный фотоаппарат. Сжиматься, вытягиваться вперед, видеть вблизи, возвращаться назад, делаться круглым шариком и прекрасно видеть вдаль. Третье расстройство зрения, которое исправляется по методу Бейца, называется косоглазие. Причина косоглазия очень проста. Как правило, у детей в результате испуга или травмы в момент испуга напрягается какая-то продольная мышца глаза. Ну, например, в момент испуга напрягается внутренняя продольная мышца правого глаза, а наружная, наоборот, растягивается. В результате левый глаз смотрит прямо, а правый косит вовнутрь. Что предлагает ортодоксальная медицина? Простой путь – операцию. Эту мышцу напряженную разрезать, растянуть, а эту ушить, подшить и повернуть глаз на место. Бейц был категорический противник любых операций на мышцах глаз. И он предложил простую и понятную схему естественного устранения косоглазия. А именно, с помощью простых упражнений вот эту напряженную внутреннюю мышцу надо расслабить, а с помощью других таких же простых упражнений вот эту наружно ослабленную надо взять и натренировать. И мышцы сами поставят глаз на место. У меня за эти 9 лет огромный опыт помощи взрослым косоглазым людям. И вы знаете, когда взрослый человек по методу Бейца убирает косоглазие, вот почти со всеми происходило нечто вроде истерики. Вот у меня в Омске приходит женщина на курсы, 36 лет. Мощнейшее внутреннее косоглазие правого глаза. «Владимир Георгиевич, возьмете на курсы?» Я говорю: «Ну, конечно, возьму». Она говорит: «Было 2 операции, не помогло». Я говорю: «Ну что, жалко, что были операции. Резанные мышцы труднее восстанавливать, чем мышцы нерезанные. Но, говорю, у меня люди и с резанными мышцами тоже восстанавливали, убирали косоглазие». Правда, правда. Но она, конечно, работала просто самозабвенно. И вы знаете, на 6-й день занятий ей, наконец, удалось расслабить вот эту мышцу. А за 6 дней она довольно хорошо подтренировала ту, которая была слабая. И после очередных специальных упражнений для косоглазых она руки от лица отнимает, сидела на 2-м ряду, я смотрю, у нее оба глаза смотрят прямо. Я ей говорю: «В зеркальце посмотритесь». Она достает зеркальце, глянула на себя, от неожиданности испугалась и вскрикнула: «Ой!» И глаз опять косой, и улетел глаз вовнутрь. Она говорит: «Так а он же прямо смотрел». Я говорю: «Так вы зачем пугаетесь? Пугаться-то не надо. Вы хотите, чтобы он прямо смотрел, он будет у вас прямо смотреть. Повторите упражнение». Она повторила упражнение, отнимает руки от лица, оба глаза смотрят прямо. Минуты полторы на себя вот так в зеркальце смотрела. И вы знаете, вот стон из груди пошел, стон. Истерика началась. Женщине 36 лет. Сколько себя помнит, всю жизнь ходила в черных очках, чтобы не видели, что она косая. Если очки снимала, кривила глаз, чтобы не видно, что он косой.
Две операции не помогло. Замуж она ни разу не вышла. Ну, полная в жизни трагедия из-за косого глаза. Оказывается, все так просто. Напряженную мышцу расслабить, слабую натренировать. Мышцы сами ставят глаз на место. Особенно быстро восстанавливается зрение у детей. Дело в том, что у детей глазки растут, мышцы у них эластичные, не зашлакованные. Как только дома родители по этой программе с детьми начинают заниматься, вот прямо днями видно, что ребенок видит все лучше, лучше и лучше. Мы на курсы детей маленьких не берем. Мы берем старшеклассников вместе с родителями. А если дома дети плохо видят, то мы предлагаем родителям: вы пройдите этот курс, научитесь сами, а дома с ребенком занимайтесь. Потому что никому, кроме вас и вашего ребенка, зрение вашего ребенка не нужно. И если вы не научитесь ему восстановить, его никто ему не восстановит. Ну, конечно, очень много приводят детей маленьких на консультацию. Вот в Москве приводят очередного. Как зовут? Петя. Сколько лет? 4 года. А у Пети правый глаз вовнутрь закрутило, аж все белое. Вот так вот. Мамаша: вот, Владимир Георгиевич, врачи предлагают операцию, а я боюсь. Я говорю: и правильно делаете, что боитесь. И не надо ему никаких операций делать. И говорю мамаше: вы его сзади держите за головку, чтобы он головкой туда-сюда не крутил. Она его держит за головку. Я достаю какую-нибудь блестящую игрушку и начинаю у Пети перед носом ее водить. Туда-сюда, туда-сюда. Сюда. Он начинает следить глазами за этой игрушкой. Сюда, 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 сюда. Вытягиваю косой глаз наружу. Вытянул, вытянул, вытянул. Тихонечко, осторожненько игрушку на место ставлю. У него оба глаза смотрят прямо. Я мамаше говорю: посмотрите. Она глянула: ой, Петенька. Петенька со страху оба глаза к носу свел. Я говорю: да вы что же ребенка-то пугаете? Вы его не пугаете, на радостях. Вы с ним занимаетесь, вот эту мышцу расслабляете, вот эту мышцу тренируете. Мышцы сами, безо всяких операций, поставят глаз на место. И четвертое расстройство зрения, которое исправляется по методу Бейтса, кстати, исправляется только по методу Бейтса, называется астигматизм. Астигматизм в переводе на русский язык – это искажение изображения. Астигматизм – это то расстройство зрения, перед которым расписалась бессилие очковая медицина. С помощью очков можно компенсировать редкий случай цилиндрического астигматизма, когда очень сложные, дорогие цилиндрические очки перед глазами вот так крутят, и вот в каком-то положении человек видит лучше. Бейтс доказал, что причина астигматизма – все та же неправильная работа 6 глазодвигательных мышц. Мышцы у человека напряжены, и напряжены по-разному. И с разных сторон, с разной силой давят на наш глаз. А глаз-то у человека жидкий, и за счет разного давления с разных сторон глаз теряет свою симметричную форму. В нем нарушается симметричный ход оптических лучей, и изображение начинает расплываться, размываться, двоиться, троиться. Иногда блик появляется, иногда одно изображение на другое со сдвигом накладывается. Все это явления, которые называются одним словом астигматизм. Но чтобы было более понятно, что такое астигматизм, представьте, я возьму детский воздушный шарик. И сверху, и с боков сильно-сильно его сожму. Он у меня вниз выдуется грыжей, правда? Вот примерно то же самое делают напряженные мышцы с нашими глазами. Ну, например, пусть будут напряжены верхние мышцы и боковые, а нижние будут ослаблены. Тогда глаз примет примерно вот такую вот форму. Здесь более-менее ничего, а вот сюда вот так вот выдуется. Ну, я утрирую, конечно. Ясно, что в таком глазу хорошего изображения вы не получите. Оно будет расплываться, размываться, все что угодно искажаться. Когда же человек по методу Бейтса расслабляет все мышцы глаз, глаз за счет избыточного внутреннего давления, как мячик, снова приобретает симметричную шарообразную форму, симметричный ход оптических лучей восстанавливается, и астигматизм у человека проходит. У меня за эти 9 лет огромный опыт помощи взрослым астигматикам. Кстати, мы обнаружили, что практически все люди, которые носят очки, они помимо близорукости и дальнозоркости, все еще являются и астигматиками. Просто врачи им об этом не говорят, они его лечить не умеют. Но то, что не удается подобрать очки, чтобы человек снова надежно с 5 метров видел 10-ю строчку, это и говорит о том, что глаз искажен, и никакими очками это искажение компенсировать не удается.
Несколько лет назад мне посчастливилось отдыхать в Сочи. И меня там на пляже узнали мои слушатели из города Тюмени. «Владимир Георгиевич, это вы?» Я говорю, «Да, я». «Ой, как здорово! Да как мы очки сняли, зрение восстановили! 5-10, спасибо вам огромное!» На третий день они уже осмелели и говорят, «Мы про вас рассказали в нашем санатории, а нам никто не верит, что мы сами упражнениями восстановили себе зрение. А интерес очень большой, очкариков много. Может, Владимир Георгиевич, вечерком придете, расскажете? Ну, вам-то уж точно поверят». Я говорю, «Да ради бога, делать нечего, приду да расскажу». Пришел, рассказал, понравилось. Во второй санаторий, в третий пригласили. А в четвертый санаторий захожу, сидит женщина. «Вы профессор Жданов?» Я говорю, «Да, я». Она говорит, «Вы знаете, вот у меня всю жизнь плохое зрение, и мне всю жизнь не могут подобрать очки». Это, кстати, первый признак сильного астигматизма. Очки не могут подобрать. Я ей говорю, «А вы буквы на таблице путаете?» Это второй признак астигматизма. «Ой, путаю, путаю». Я говорю, «Ну вот, у вас астигматизм». «Во-во-во-во». И врачи говорят, астигматизма лечить не лечат. Я говорю, «Давайте сделаем так. Я сейчас покажу упражнение на расслабление. Вы расслабите мышцы глаз, а потом возьмете и пальчиком в разных местах через веко поприжимаете глазное яблоко. И найдете ту точку, куда у вас максимально деформирован глаз. Вот эта точка, куда глаз максимально деформирован, называется астигматическая точка глаза. Если ее найти на глазу, нажать на нее, сразу улучшается симметрия хода оптических лучей, и зрение в глазах сразу улучшается. Ну, я показал упражнение, она сидела на втором ряду, видела вторую строчку. Я говорю, а теперь давайте найдем астигматические точки. Она в одном месте, в другом, в третьем месте на глаз нажала, аж вскрикнула. Она увидела шестую. На четыре строчки ушла вниз. Она говорит, я так четко этим глазом вообще никогда в жизни ничего не видела. Я говорю, ну вот, у вас астигматизм. Она говорит, так мне что, так теперь всю жизнь ходить, пальцем на глаз сжать, да на мир смотреть? Я говорю, нет, ходить пальцем на глаз сжать вам не надо. Вы просто знайте, что зрение у вас в глазах есть. И если вы начнете по этой методике заниматься, то как минимум шестую строчку вы увидите. А если будете заниматься дальше, увидите и седьмую, и восьмую, и десятую. Кстати, человек восстановить зрение, развить свое зрение способен абсолютно в любом возрасте. Вот у меня 45 лет проверяли зрение всегда. Правый-левый глаз 100%. Правый-левый 100%. Я в 45 лет начал себя избавлять от дальнозоркости +2. Делал упражнения, избавил себя от дальнозоркости, но в результате этих упражнений у меня резко развилось зрение вдаль. У меня сейчас правый глаз вдаль видит 200%, а левый 150%. Что такое 200%? Я десятую строчку правым глазом с 10 метров все буквы называю, а левым с 7 метров. Ну, левый у меня травмирован был в детстве, поэтому не могу его тоже довести вот до 200%. Особенно удивительные результаты показывают дети. Вот когда с детьми начинают серьезно по этой проблеме заниматься, дети показывают и 200, и 300, и 500% зрения. У меня мой знакомый в молодости имел настолько развитое телескопическое зрение вдаль, он ночью невооруженным глазом видел спутники Юпитера, видел кольца Сатурна. Он в горах с одного склона горы на другом с расстояния до 8 километров своими глазами тропу видел. Люди в бинокль не видели, а он своими глазами. А наш с вами соотечественник левша подковал блоху. Так ведь левша при этом не использовал никаких оптических инструментов. У левши было настолько развито микроскопическое зрение, он видел эту лапку, ножку, подковку, гвоздик. Он на каждой шляпке гвоздика даже имя свое нацарапал — левша. Представляете? Гвоздик, которым прибивал подкову. Вот в городе Санкт-Петербурге живет всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. 5 октября этого года мы ему будем праздновать 100 лет. Он до сегодняшнего дня делает самые сложнейшие операции в своей клинике. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 70 лет. 75 лет до сегодняшнего дня он оперирует людей. Кстати, недавно по центральному телевидению показали получасовой фильм о нем. Называется «Ген долголетия». И показывают Углова, 99 лет ему, сотый год.
Он делает операцию, значит, отсняли. За рулем сам на Волге приехал к себе на дачу, вышел, поставил машину, пошел, затопил баню, попарился в бане, все это они снимают. Вышел, облился холодной ледяной водой, снег тут почистил. То есть человек живет, живет нормальной, совершенно полнокровной жизнью. Так вот, Углову в 41 год нацепили очки плюс полтора, а в 45 лет плюс 2,5. И 50 лет своей жизни он читал, писал, делал операции в очках плюс 2,5. 4 года назад президент Белоруссии Лукашенко в Минске организовал республиканскую конференцию с таким названием: «Трезвость и здоровый образ жизни. Стратегия будущего Республики Беларусь». И на эту конференцию из Российской Федерации пригласили Углова из Санкт-Петербурга и меня из Новосибирска. Ну, днем мы участвовали в работе конференции, а вечером я проводил показательный курс восстановления зрения, недельный курс, но своих белорусских коллег обучал этой методике. А жили с Угловым в одном номере. Я вечером портфель под мышку. «Ты куда?» Я говорю: «Да вот, зрение восстанавливать». «Так я же в очках». Я говорю: «Ну так и пойдемте». Он всего 4 вечера отходил. Я ему еще в гостинице кое-какие упражнения показал. Он за 3 недели снял очки плюс 2,5. И вот уже 4 года оперирует, читает, пишет без очков. И в фильме показывает его. Обратите внимание, Федор Григорьевич сидит, читает, пишет без очков в фильме. То есть 99 лет человек сохранил зрение. Вот 1,5 года назад мы с ним встретились с Угловым в Севастополе. Там проходил... Он не главный, он хирург. Мы встретились с Угловым в Севастополе. Там проходил международный семинар по здоровому образу жизни. Его с женой туда пригласили. Он меня увидел, аж на шею бросился. «Владимир Георгиевич, да где же вы столько лет-то были? Вы же не представляете, какая это каторга хирургу делать операции в очках. Ведь это пот заливает, надо протирать, вытирать». Я, говорит, молодость просто вторую вспомнил. Таким образом, если подытожить все, что я вам здесь сегодня рассказал, американский профессор-офтальмолог Уильям Бейтс в 1901 году, 103 года тому назад, опубликовал научную работу, в которой доказал, что все 4 расстройства зрения связаны у человека с неправильной работой 6 глазодвигательных мышц. Какие-то мышцы чрезмерно напряжены, а какие-то чрезмерно ослаблены. В результате у одних возникает близорукость, у других дальнозоркость, у третьих косоглазие, и почти у всех возникает астигматизм. Более того, Бейтс разработал систему упражнений, которая позволяет напряженные мышцы расслабить, слабые натренировать и зрение у человека восстановить. Основу этих упражнений он позаимствовал у североамериканских индейцев. У индейцев была разработана многотысячелетняя культура развития сохранения зрения у мальчиков, юношей, мужчин, воинов. И Бейтс подсмотрел, индейцы постоянно делают какие-то упражнения с глазами. Он вник в суть этих упражнений, как профессор-офтальмолог понял их назначение и разработал вот этот свой метод. 3 года назад мы отпраздновали 100 лет методу Бейтса. И встает, конечно, совершенно законный вопрос. А почему мы-то об этом почти ничего не знаем? Ну почему бы вам, Владимир Георгиевич, вот таким простым русским, сибирским языком в программе «Здоровье» по центральному телевидению не выступить, не рассказать, не показать бы людям эти упражнения? Под этим, как ни странно, есть 3 очень веские причины. Первая причина денежная. Ежегодная прибыль от продажи очков, контактных линз и операций на глазах превышает 50 миллиардов долларов. Это только чистая прибыль. Вот эти вот 50 миллиардов долларов 100 лет не дают возможности научной истине пробиться к потребителю, который от незнания этой истины настолько страдает, что многие даже и слепнут. Вот эту лекцию о зрении, в которой, ну, нет никакой политики, кроме упоминаний про президента Лукашенко или... и про академика Углова с борьбой за трезвость. Мне за эти 9 лет эту лекцию не дают возможности прочитать по телевизору ни в одном регионе нашей страны. Единственный регион в Кемерово, Аман Тулеев буквально чуть не за рукав привел меня на телевидение и сказал: «Дайте этому человеку час, пусть людям расскажет, как зрение восстановить». А у него кто-то из родственников ходил на курс и зрение восстановил. Я провел часовую телепередачу. По просьбе трудящихся ее 4 раза повторяли.
Дома ее многие позаписали на видеомагнитофоны, поснимали очки, повосстанавливали зрение. Я получил более 100 благодарственных писем из Кемеровской области по следам вот этой телепередачи. Кстати, она была признана лучшей телепередачей Кемеровского телевидения за 98 год. Больше нигде на телевизор пробиться не удается. Люди, которые прописывают очки, контактные линзы, делают операции, это настолько влиятельные и настолько состоятельные люди, они крайне не заинтересованы, чтобы их многомиллиардный бизнес в одночасье взял вот так вот и просто рухнул. Вторая причина тоже банальна. Это косность нашей медицины. 104-103 года известна точнейшая теория зрения глаза Бейтса, по которой людям снимают очки и восстанавливают зрение. До сегодняшнего дня во всех медицинских институтах нашей страны студенты почему-то изучают теорию зрения Германа Гельмгольца, по которой при первом же расстройстве зрения надо на глаза вешать очки и доводить человека в конце концов до слепоты. Наш самый главный институт глазных болезней, все его филиалы по стране, знаете, чье имя носит? Того же вечного кормильца Германа Гельмгольца. И третья причина тоже банальна. Для того, чтобы человеку самому восстановить зрение, ему надо над собой поработать. Надо над собой поработать. Надо перейти на трезвый, здоровый образ жизни. Надо почистить организм, глаза и мозг от шлаков. Надо поделать вот эти вот упражнения. А для многих, как выясняется, это просто неприемлемо. Проще, оказывается, ходить по врачам, ныть, чтоб те новые глаза поставили, лишь бы вот самому при этом ничего не делать. Вот эти три причины, я считаю, действительно серьезно сдерживают внедрение метода Бейтса в нашу жизнь. Несколько слов о болезнях глаз. У меня на курсах примерно треть пожилые люди с больными глазами. Глаукома, катаракта, ну вот выкашивает просто старшее поколение. Причина глаукомы и катаракты, как это ни покажется странным, очень проста. Это застойные явления в глазах. Дело в том, что глаза у человека питаются кровью, в том числе через глазодвигательные мышцы. И если мышцы хорошо развиты, они подпитывают глаз кровью, постоянно его массируют, в глазах нормальный обмен веществ, и глаза у человека здоровые. Стоит только нарушиться работе глазодвигательных мышц, в первую очередь от очков, которые прописывают, сразу резко ухудшается кровоснабжение, нарушается обмен веществ и начинаются застойные явления. Засоряются выводные канальцы, повышается давление, вот вам, пожалуйста, и глаукома. Шлаки какие-то начинают высаживаться на хрусталики внутри стекловидного тела. Вот вам, пожалуйста, и катаракта. И когда ко мне приходит на консультацию очередная бабушка и говорит: «Доктор, врач сказала, начальная катаракта, жди, пока созреет». Меня от этих слов колотить начинает. Ну что значит? Ну жди, пока созреет. То есть жди, бабушка, пока ослепнешь. А вот ослепнешь, тогда и приходи. Будем решать вопрос об очень опасной и очень дорогостоящей операции на глазах. Оказывается, 90% людей, у которых начальные глаукомы катаракты, прекрасно помогает гимнастика профессора Бейтса. Человек начинает делать упражнения, восстанавливает работоспособность мышц, улучшает кровоснабжение глаза, восстанавливает в глазах обмен веществ, и эти застойные явления начинают рассасываться сами собой. У меня за эти 9 лет огромный опыт помощи людям, которых врачи приговорили к операциям и даже к полной слепоте. Но самый яркий пример – родная мама. У меня мама инвалид по диабету. Я когда первый раз уехал в командировку на месяц в Москву, сразу после моего отъезда у ней началась взрывная катаракта. Она вдруг в течение недели перестала читать, видеть телевизор и узнавать родных и близких. Вызвали врача с участка. Та ее как только увидел: ну что вы хотите, 8-й десяток, диабет, это все, это слепота, медицина бессильна. Ни про какие операции думать не думайте, так сказать, тут не заживет ничего. Ну вот нате капельки, покапайте, но все это бесполезно. Я возвращаюсь через месяц, мама не видит. Я говорю: мам, тебе эти капли помогают? Она говорит: нет. Я говорю: мусоропровод, выбросили. И я ей говорю: перед каждым приемом пищи, перед завтраком, обедом и ужином, пей и капай прополис и делай вот этот простейший комплекс гимнастику для глаз. А почему именно перед едой? Дело в том, что перед едой у человека кровь голодная.
А голодная кровь обладает важным физиологическим свойством. Она из клеток и из органов на себя шлаки забирает. На этом, кстати, основан принцип лечебного голодания. У меня мама очень обязательный человек. Перед каждым приемом пищи, прежде чем молитву «Отче наш» читать, пила, капала прополис, делала вот эти упражнения. Она через неделю снова нас уже всех видела. Еще недели две прошло, я смотрю, она уже телевизор поглядывает. Она, в принципе, даже читать могла. Читать не стала. Бухгалтер, ну, всю жизнь нагрузка на глаза огромная. Она и думает, что у нее от бухгалтерской работы это зрение и упало. Но зрение-то ведь вернулось. Хотя врач подписала слепота и никаких разговоров. Поэтому, если у кого-то из вас, ваших родных, близких, начальные глаукомы, катаракты, даже и не начальные, посылайте их на подобные курсы. Для многих людей это реальная возможность избежать очень серьезных осложнений в жизни. У нас никто не знает и не пропагандирует начальную стадию катаракты. Вот когда утром просыпаетесь, смотрите на потолок, а перед глазами какие-то мушки, амебы, что-то вот такое мешающее плавает, это и есть начальная стадия катаракты. Это и есть первый свисток с того самого слепого света. Они могут и 5 лет, и 10 лет эти мушки плавать. А потом вдруг в один прекрасный момент как-то вот так раз пеленой, туманом схватываются. И, как говорится, жди, пока созреет, готовь деньги на операцию. Скажите, а если склеропластика? Можно, можно после склеропластики, можно. А если искры из глаз, что? Это давление повышенное. Это обязательно тоже надо заниматься. Повышенное глазное, да. А у любого человека на глаз сильно надавите, в глазах сверкать начинает, то есть это следствие. Это все расскажу я. Вот. Значит, несколько слов о медицине. Метод Бейтса – метод не медицинский. И во всем мире методом Бейтса занимаются не врачи-офтальмологи, а занимаются педагоги и психологи. Потому что в этом методе никого не надо лечить. Здесь человека надо научить. Научить снять очки, научить расслабить мышцы, научить натренировать. То есть нужен грамотный педагог-инструктор. И отношение у врачей-офтальмологов к этой методике тоже двоякое. Я когда в 94-м году за неделю восстановил зрение плюс 2, я домой летел как на крыльях. Ну, думаю, мы сейчас весь мир перевернем. А у меня жена очень крупный медицинский начальник. Она заведует всей поликлинической службой Новосибирского академгородка. Я прилетаю и говорю, устрой мне встречу с твоими врачами-офтальмологами. Я им всю правду-матку расскажу, чем они всю жизнь занимались. А жена была потрясена. Я же уехал, не видел. Я же приехал снова без очков, книгу, газету читаю. Она говорит, ну, конечно, какой разговор? На утро звонит, приходи, тебя ждут. Захожу в кабинет, сидят три врача-офтальмолога. Все трое сидят в очках. А самый главный в самых толстых, плюс 6. Я говорю, ребята, вы про метод Бейтса что-нибудь слышали? Ну как же, ну мы в это не верим. Восстановить зрение невозможно. Я говорю, ну тогда до свидания. Повернулся и пошел. Раз люди знают и не верят, они работать не будут. А работать не будут, они точно ничего не восстановят. Я вернулся к жене в кабинет и говорю, первые курсы я проведу у тебя в поликлинике. И ты отходишь. Ты же врач, у тебя зрение плохое. Жена говорит, да, тоже хочу снова видеть без очков. Отходила жена на курсы, восстановила зрение. Сейчас прекрасно видит без очков. А на последнем занятии я говорю, у нас тут врач была в группе. Ну-ка, что врач-то нам скажет на эту тему? Она вышла и говорит, метод великолепный. Но ни один глазной врач этой методикой заниматься не будет. Все, почему? Вы не понимаете специфику работы глазного врача в поликлинике. Врачу на пациента выделяется 10 минут. За 10 минут надо успеть выслушать жалобы, проверить зрение, подобрать очки, выписать рецепт, да еще вдогонку в дверях успеть крикнуть. Хуже будет, приходи, более толстые очки подберем. У нас это дело, как говорится, не заржавеет. А ты-то же, говорит, с людьми нянчишься. Ведь это 7 дней занятий, по 3 часа. Домашние задания, упражнения, контроль, тренировки. Да какому, говорит, вообще глазному врачу ваше зрение нужно? Кроме вас ваше зрение никому не нужно. Выписал врач очки. А что там от этих очков будет? Его вроде как и не касается. Но есть уже по стране и глазные врачи, офтальмологи, которые повернулись лицом и к этой методике. В частности, мой коллега,
Доцент нашего института Евгений Михайлович Малышев дал вот точно такую же рекламу о восстановлении зрения в городе Томске. И на первое занятие к нему пришла главный офтальмолог области. Она пришла с гневной благородной целью разоблачить очередного заезжего шарлатана. Но пришла она на эту лекцию в кинотеатр в очках. Он показал упражнения, она после упражнений своими глазами на строчку лучше видеть стала. Ее это настолько поразило, удивило, она даже не подозревала, что можно зрение восстанавливать. Молодая врач. Она первой записалась на курсы, прошла курсы, сняла очки, восстановила зрение. И сейчас самый ярый пропагандист этой методики – вот это врач-офтальмолог. Она сама подобные курсы не ведет, нет у нее этого педагогического таланта, но всем своим друзьям и знакомым она говорит одно и то же. Если хоть немного масла в голове осталось, идите на курсы, идите работайте, сами восстанавливайте зрение. Вот когда уже обленитесь в конец, вот тогда приходите к нам, врачам, будем вам глаза вырезать. Как говорится, операции эти от вас никуда далеко не уйдут. Несколько вопросов. Первый раз я, когда приехал в Москву, неудачно дали рекламу по «Эхо Москвы», ну и пришел полный зал народу, но народ не тот. Какое-то, знаете, вот такое недоверие, пренебрежение. Ну, что ты тут нам приехал, лапоть сибирский? У нас тут академиков пруд пруди, а тут профессор какой-то приехал нам глаза открывать. Ну, я рассказываю, вещи-то ведь новые, нужные, полезные, а, вроде... Я показал упражнение, один барин сидит, кричит с места. «Так это что, мне теперь эти упражнения с глазами всю жизнь, что ли, делать?» – спрашивает меня. А я возьми и неосторожно его спроси. Я говорю, а вы умываетесь? Он говорит, умываюсь. Я говорю, а сколько вы еще собираетесь умываться? Ну сколько? Ну 2-3 дня и хватит. Это с ума сойти, вот этот человек всю жизнь умывается. Он говорит, не понял юмора. Я говорю, ну вы в баню ходите? Он говорит, хожу. Я говорю, когда? По субботам. Сколько? 4 часа. Я говорю, так пора прекращать. Человек каждую субботу 4 часа тратит, по баням ходит. И тут до него дошло. Глаза-то, ну это ж такой же орган, как наши зубы, которые по утрам чистим, волосы, которые причесываем, тело, которое моем, ухаживаем. Ну опустишь на самотек, ну так и получишь то, что получил. Но самое любопытное, что когда человек вот так ударными методами за несколько недель восстанавливает зрение, потом ему, чтобы поддерживать отличное зрение, специально времени выделять не приходится. Ну, стоишь на остановке, ну нечего делать, ну взял, поделал упражнения с глазами. Ну в транспорте едешь, ну нечего же в транспорте делать, ну взял, поделал упражнения с глазами. А этого вот так вот хватает, чтобы всю жизнь потом иметь прекрасное зрение. Давайте мы с вами сейчас поступим так. Мы сейчас с вами проверим зрение, потом я покажу упражнения, чтобы вы убедились, что это не просто пустые разговоры, ну а потом расскажу, где записаться, как говорится, что почем. Я попрошу всех, у кого в кармане есть очки, нацепите себе на нос очки. Все, у кого в кармане есть очки, особенно те, кто в очках читает. Те, кто в очках читает, нацепите себе на нос эти очки. Очки возьмите. Те, кто в очках читает. Так, внимание, внимание. Те, кто в очках читает. Через те очки, в которых вы читаете, посмотрите в мою сторону. Если вы, не дай бог, видите мой силуэт, видите через эти очки, дело плохо. Дело уже плохо. У вас осложняется дальнозоркость. У вас начинает развиваться так называемая гиперметропия. Это значит, что если вы срочно не займетесь упражнениями для глаз, очень скоро вам врачи пропишут очки для телевизора и для хождения по морозным улицам города Москвы. Если в тех очках, в которых вы читаете, вы дальше метра ничего не видите, все расплывается. Прекрасно. Это значит, у вас чистая дальнозоркость. Примерно 5-6 дней она у человека проходит, занимается, уже через неделю прекрасно без очков снова видит, читает и пишет. В очках, то это плохо. А если вот в очках, в которых читаете, вдаль видите плохо, это хорошо. Это значит, у вас еще глаза не запущены. Вот. Здесь все наоборот получается, понимаете? Да. То есть, если в очках, в которых читаете, вдаль не видите ничего, прекрасно, у вас чистая дальнозоркость. А если вы в очках, в которых читаете, и вдаль видите, это у вас уже осложняется дальнозоркость. Это значит, скоро вы вдаль уже без очков видеть не будете. Эти буквы лучше
Ну, это еще куда ни шло, но если вы их видите в очках, то это уже плохо. То есть у вас уже гипер... Да, нет, но я говорю, если бы вы вообще не видели, было бы прекрасно. Уже у многих людей она осложняется. Она постепенно, потом вдруг начинает расплываться телевизор, и очки плюс полтора для телевизора, а плюс три для чтения. Это, как говорится, ваше недалекое будущее. Так, а теперь все через очки посмотрите на табличку. Посмотрите на таблицу и запомните, какую строчку вы видите в очках со своего места. Какую видите строчку? Что значит «вижу строчку»? Все, да, в очках. Что значит «вижу строчку»? Это значит, я в этой строчке могу назвать все буквы. Если могу все буквы назвать, значит, я ее вижу. Так, запомнили. А теперь сняли очки. Сняли очки. И посмотрели, какую строчку вы видите без очков. К сожалению, у многих близоруких ответ такой. Не вижу ничего. Это тоже ответ. Ответ нормальный. Если будете заниматься, начнете видеть без очков, так же, как в очках. И даже лучше. И даже лучше, чем в очках. Можете видеть. Ну а сейчас я вам покажу несколько упражнений на тренировку и расслабление глазодвигательных мышц. Первое упражнение, которое мы с вами разучим, называется пальминг. Ничего не надо. Запомните все, купите все, что надо, ничего не надо записывать. Итак, первое упражнение на расслабление, которое мы разучим, называется пальминг. От английского слова пальм, ладонь. Все вы знаете, что наши ладони обладают каким-то неизвестным науке, но очень целебным излучением. И человек сам себя своими ладонями постоянно непроизвольно лечит. Ой, живот болит, ой, голова болит, ой, ухо, ой, зуб болит. И все норовит ладошку к больному месту поднести. Оказывается, своими ладонями можно оказать существенную помощь своим усталым и больным глазам. Как делается пальминг? Вот так сложите ладошки, как будто хотите птичек напоить. Пальчики вместе все. Пальчики вместе. Не надо сильно загибать. Так вы и теленочка напоите, птичек напоить. Прямые почти ладони. А теперь вы берете пальцы одной руки, под прямым углом накрываете пальцы другой руки ладонями к себе. Ладонями к себе. Чтобы полностью пальцы одной руки перекрыли пальцы другой руки. Пальцы, именно пальцы, не ладони, а пальцы. Подняли вверх, неважно, какой удобней. Подняли вверх, чтобы получилось типа крыши. Нет, это у Черномырдина крыша такая была. Вот так вот надо, не так, а вот так. Во-во-во-во. Так, а теперь вот эту конструкцию из ладоней. Вы себе наденете на глаза вместо очков таким образом, чтобы перекрещенные пальцы оказались по центру лба, нос торчал вот здесь вот между мизинцами, а глаза попали бы точно в центр, в ямочки ладоней. Ну-ка, надели себе на глаза. Очки снимите. Не на очки, а на глаза надеваем. Так, надели себе на глаза. Так, держим все. Держим на глазах. Обратите внимание, глаза закрыты. Обратите внимание, чтобы у вас обязательно между ладоней торчал нос. Для этого, может быть, либо чуть повыше, пониже приподнять ладони на лице. Чтобы обязательно торчал нос. И чтобы обязательно нос дышал. А то вон так зажали, аж у одного синеет, у другого краснеет. Чтобы нос и торчал, и дышал. А теперь под ладонями откройте глаза. Под ладонями. И так прижмите ладони к щекам, к носу. Пошевелите ими, чтобы глаза были открыты, а свет на глаза не попадал. Вот так прижмите к щекам, к носу ладошки, пошевелите, чтобы глаза были открыты, а свет на глаза не попадал. Вот это упражнение называется пальминг. С научной точки зрения это биофорез глаз. Прогревание глаз теплом собственных ладоней. Сняли все. А сейчас я покажу, как это упражнение надо делать классически. Потерли друг от друга руки до тепла. Сложили ладошки домиком. Надели себе на глаза, глаза закрыли, а локти поставили либо на спинку впереди стоящего кресла, либо прижали к груди,
либо на колени, либо на пальто, вот, ну, чтобы только не на весу локти были. Чтобы локти были только не на весу. Лучше всего делать этот пальминг за столом и поставить локти на стол. Это удобнее всего. Вот это упражнение называется пальминг. С этой минуты, всякий раз, когда вы читаете... Тише, я все равно, глаза закрыты. С этой минуты, всякий раз, когда вы читаете, пишете, смотрите телевизор, работаете на компьютере, как только вы почувствовали усталость, утомление глаз, надо все отложить в сторону, потереть руки до тепла и сделать пальминг. 3-5 минут. Глаза закрыты. Подумать о чем-то добром, хорошем, приятном. Через 5 минут, когда вы откроете глаза, вы ахнете, насколько они будут хорошо видеть и готовы снова к плодотворной работе. Сняли ладошки? А сейчас я вам покажу несколько упражнений на тренировку ослабленных глазодвигательных мышц. Внимание, внимание! Под пальмингом можно просидеть хоть целый день. Это не опасно, это полезно. Чем больше, тем лучше. А вот те упражнения, которые я вам сейчас покажу, их много делать нельзя. Если вы их сделаете много, у вас заболят глаза, вы проклянете все на свете и меня в том числе, и никогда больше этим заниматься не будете. Поэтому те упражнения, которые я вам сейчас покажу, можно делать только 3 раза в день. Перед завтраком, обедом и ужином. И не более того, сколько я вам сейчас покажу. Упражнения эти делаются без очков. При этом лицо неподвижное, работают только одни глаза. Резких движений глазами делать нельзя. Сняли все очки. Ну, потом, я говорю, потом мы все, да, да. Значит, сняли все очки. И все без очков посмотрели в мою сторону и быстро-быстро, легко поморгали. Поморгали, 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 поморгали. Вот как бабочка крылышками. Бяк-бяк-бяк-бяк. Легкое, быстрое моргание расслабляет мышцы глаз. В народе, кстати, давно замечено. Плохо видишь? Проморгайся. Поморгал, поморгал. Действительно, после морганий зрение улучшается. Итак, лицо... Ну, поморгали, поморгали и хватит. Значит, итак, у всех лицо неподвижное, работают только глаза. Поморгали, поморгали. Первое упражнение. Подняли глазки вверх, вниз, вверх. Вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Второе упражнение. Скосили глазки вправо, влево, вправо, влево. Поморгали, поморгали, поморгали. Третье упражнение. Диагонали. Подняли глазки право-вверх, потом лево-низ. Право-вверх, лево-низ. Поморгали, поморгали. Обратная диагональ. Лево-вверх, право-низ. Лево-вверх, право-низ. Поморгали, поморгали, поморгали. Четвертое упражнение – прямоугольник. Подняли глазки наверх, верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх. Поморгали. В обратную сторону прямоугольник. Верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх. Поморгали, поморгали, поморгали. И, наконец, циферблат. Представьте перед вами огромные часы, там, где переносятся стрелки. И вы начинаете по кругу цифры оглядывать. Подняли все глазки на 12 часов, пошли по кругу. 3 часа, 6 часов, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Поморгали. А теперь против часовой стрелки. Подняли на 12 часов, 12. 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. Поморгали, поморгали, поморгали. А сейчас я вам покажу еще одно важное упражнение, которое называется соляризация глаз на свече. Соляризация глаз на свече. Все посмотрели на свечку, поморгали, поморгали, поморгали. А теперь представьте, что у вас глаза все время смотрят вдоль носа, все время вдоль носа. И все вместе повернули голову, лицо, глаза налево. И смотрим на левую стенку, лицом, глазами, носом все повернули. А теперь все быстро повернули лицо, голову, глаза направо. Смотрим на правую стенку. Повернули налево, повернули направо, повернули налево, направо, налево, направо, налево и направо. Вот сейчас, когда мы потушим свет, вот с этого упражнения мы с вами и начнем
делать вот этот комплекс. Так, свет, пожалуйста, выключите. Свет выключили. Так, все посмотрели друг на друга, посмотрели на зал, посмотрели на меня. Ну, понятно, видим намного хуже. А сейчас все посмотрели на свечку, поморгали. И давайте сделаем соляризацию глаз на свече. Все вместе повернули голову, лицо, глаза налево, повернули направо, повернули налево, направо, налево, направо, налево и направо. Налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево и направо. Последний раз налево, направо, налево и направо. Потерли все руки до тепла. Сложили ладошки домиком и сделали пальминг. Ладошки на глаза надели, локти поставили на спинку впереди стоящего кресла. Глазки все закрыли, успокоились, расслабились, приняли все удобную позу. Начинаем наш вечерний пальминг. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие, наши глазки отдыхают. Будем заниматься с каждым днем, они будут видеть все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. И вот сейчас близорукие представили, как у них расслабляются поперечные мышцы глаз, как у них глазки снова становятся круглыми, шариками, как они будут прекрасно видеть вдаль, безо всяких очков. На зоркие представили, как у них расслабляются продольные мышцы глаз, как они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиками и прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз, расслабляются светочувствительные клетки, колбочки, палочки. Расслабляются клетки зрительного нерва, расслабляются клетки зрительного анализатора в головном мозге. Весь наш зрительный тракт расслаблен. А сейчас у всех глаза закрыты, ладошки на носу, все сидят в удобной позе, локти обязательно прижаты, либо на чем-то стоят. Все под ладошками открыли глаза, под ладошками открыли глаза. Поморгали. И давайте под ладонями, под пальмингом сделаем упражнение, гимнастику для глаз. Поморгали. Подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали. Скосили глазки вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Поморгали. Диагонали. Подняли глазки право-вверх, лево-вниз, право-вверх, лево-вниз, право-вверх, лево-вниз. Поморгали. Обратная диагональ. Лево-вверх, право-вниз, лево-вверх, право-вниз, лево-вверх, право-вниз. Поморгали. Прямоугольник рисуем глазами. Подняли глазки наверх, верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. Поморгали. В обратную сторону прямоугольник рисуем. Подняли глазки наверх, верхнюю, боковую вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. Поморгали. И, наконец, циферблат. Подняли глазки на 12 часов и пошли по кругу. 3 часа 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Поморгали. И против часовой стрелки. 12. 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. Поморгали.
А сейчас глазки все закрыли, успокоились, расслабились. Продолжаем наш пальминг. Продолжаем расслабление мышц наших глаз. Для того, чтобы лучше и быстрее расслабить зрение, Бейтс придумал под пальмингом очень важное упражнение, которое назвал «приятное воспоминание». И вот всякий раз, когда вы будете делать пальминг, в этот момент надо думать о чем-то добром, хорошем, приятном, вспомнить приятную встречу, приятное путешествие, приятный отдых. Приятное воспоминание, оно очень сильно расслабляет у человека психику, мышцы, мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление – это основа метода Бейтса. Расслабление. А потом уже идет тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. А сейчас запоминайте выход из пальминга. У всех глаза закрыты, ладошки на носу, сели все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли с лица. И все с закрытыми глазами помотали головой вверх-вниз. Да-да-да-да-да, нет-нет-нет-нет-нет, да-да-да-да-да. Пошевелили, восстановили кровоснабжение мозга. Слегка затекла шея. А сейчас все, как дети, кулачками глазки протерли, вздохнули глубоко, выдохнули и открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели друг на друга, посмотрели на зал, посмотрели на меня. Видите меня? Обратите внимание, после упражнений глаза начали видеть в темноте. Почему? Мы с вами с помощью упражнений насытили кислородом, питательными веществами зрительные палочки. А зрительные палочки в сетчатке глаз как раз и отвечают за наше хорошее зрение в сумерках и в темноте. Запоминайте это. А сейчас снова все потерли руки до тепла. Сложили ладошки домиком, надели себе на глаза, глазки все закрыли, успокоились, расслабились, локти поставили на спинку впереди стоящего кресла, либо на колени, либо прижали к груди. Глазки закрыли, успокоились, продолжаем наш пальминг, продолжаем расслабление мышц наших глаз. Всякий раз, когда вы будете делать пальминг, обратите внимание – первый момент перед глазами маячат остаточные световые образы. Минуты полторы будет маячить телевизор. Свечка, лампочка, кусок окна, какой-то туман, облачко. Все это говорит о том, что перевозбужден зрительный тракт. Свет-то на глаза не попадает, а нам кажется, что мы что-то видим. И вот здесь Бейтс придумал упражнение. Он предлагает в этой ситуации представить что-то однородно черное, темное, скажем, черный бархатный занавес в театре. Он такой черный-черный, темный-темный. И вот гаснет свет, а он все чернее, темнее. Весь наш зрительный тракт расслабляется. И второе упражнение под пальмингом, еще более важное, называется «приятное воспоминание». Всякий раз, когда вы будете делать пальминг, надо думать о чем-то добром, хорошем, приятном. То, что расслабляет психику, мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление – это основа метода Бейтса. Расслабление. А потом уже идет тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. Итак, у всех глаза закрыты, все сидят, думают о чем-то добром, хорошем, приятном. Я сейчас иду включать свет. У всех глаза закрыты. Юпитер, включите, пожалуйста, свой тоже. У всех глаза закрыты, ладошки на носу, все сидят в удобной позе.
А сейчас у всех глаза закрыты, ладошки на носу. Сели все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли с лица. И все опять покрутили головой вверх-вниз. Да-да-да-да-да. Нет-нет-нет-нет-нет. Да-да-да-да-да. Восстановили кровоснабжение. А сейчас все, как дети, глазки кулачками протерли. Вздохнули глубоко, выдохнули и открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели друг на друга, посмотрели на зал, посмотрели на меня. Обратите внимание, после упражнений краски стали более сочные. Вот обратите внимание. Дело в том, что мы с помощью упражнений насытили кислородом, питательными веществами зрительные колбочки. А зрительные колбочки как раз и отвечают за хорошее цветовое зрение. А сейчас поморгали, поморгали, посмотрели на табличку. Поморгали, 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 посмотрели. Так. А сейчас я попрошу тех, кто носит очки для дали, наденьте очки, посмотрите через очки свои на табличку. Посмотрите через очки. Так. Внимание, внимание. Через очки, посмотрите, не бойтесь. Внимание. Если вы люди умные, если вы люди умные, и носите очки более слабые, чем врачи вам прописали, вы через эти очки сейчас лучше увидите. Более четко, может даже на строчку, на две лучше. А если вы люди, ну как бы это помягче сказать, очень сильно врачам доверяете и носите те очки, которые вам и прописали, многим после упражнения очки начинают глаза резать. Вот режут, чувствуется что-то вот лишнее вот на глаза человек надел. Но